Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас посылки Алиэкспресс! На самом деле, больше просто нет мочи мне ждать, не все посылки еще пришли, и я периодически заказываю, в общем, для меня Алиэкспресс это отдельная вообще история, это для меня сюрприз, но всегда надеешься, если смотришь какие-то такие обзорчики, как, например, я сейчас для вас делаю, то всегда можно наглядно посмотреть и отзыв, и практически пощупать, да? И, в общем, пришло ко мне много посылок, давайте я начну сейчас, и потом буду показывать в процессе, в общем, что и как, и, в общем-то, все расскажу. Я безумно довольна. Первое, что мне пришло уже давно, давайте я с него и начну, потому что все мои последние влоги, искала я кроссовки под этот костюм, вы, наверное, уже давно ждете его, я его вам уже показывала, в принципе, что он у меня лежит в корзине, когда я вам показывала программку, которой я пользуюсь для AliExpress. В общем, вот такой вот серебряный костюм. Он ко мне пришел. Сейчас я его одену и покажу вам. Чем хорош этот костюм? На самом деле, когда я его сначала увидела, я подумала, что ткань какая-то будет, знаете, такая грубоватая, типа немного клеенчатая. Нифига. Во-первых, он маленький, он легенький. Ну вот, маленький. Почему я сказала маленький? А, маленький, да. То есть он не громоздкий. В плане вот пришел пакет совсем небольшой. Думаю, да ладно, это костюм, что ли? Да. Он так вот складывается, он такой весь тра-ля-ля-ля-ля, вот она кофточка, да, там. И он мягкий. Он на самом деле внутри какая-то вот такая вот ткань. Она очень приятная, мне даже кажется, что это, возможно, даже не синтетика. Нет, это, наверное, синтетика, ну как бы она приятная, это же очень важно. Мыть тут написано как, да? Интересно, написано у нас тут, с чего это? Интересно, ну просто интересно. На самом деле, я читала там что-то. В общем, отзывы все об этом костюме были классные. Только на AliExpress продается этот костюм. Я его один нашла, почитала отзывы, что нужно брать размер побольше, потому что он маломерка. И я заказала себе размер L. И вот он так сидит свободно, как я люблю, не надо мне в облипочку. Свободно, классно, стильно. Он сидит, это именно размер L. Мне очень нравятся вот эти вот штучки, которые здесь на бокушечках. Вот здесь вот и на кофточке тоже. Так, вот, и на кофточке тоже вот такая штучка. Серебро я люблю, я в нем вообще просто мисс вселенная, да, я под него искала обувь, сейчас я обувь показывать не буду, я обувь покажу в видео про покупки свои уже, стоит пакет и ждет вас, и там я примерю этот костюм вместе с кроссовками, и как я там буду его сочетать, в общем-то, вместо светлых купила темные, но у меня, в принципе, есть светлые кроссовки, поэтому буду миксовать. А ткань такая, что мне кажется, что она даже, честно говоря, не обдерется вот так вот, знаете, вот вблизи вам покажу. И мне кажется, она не отдерется быстро, знаете. Она как будто это какое-то не нанесение, а вот, ну я не знаю, можно ли его использовать. Я буду стирать руками, если что, и покажу вам. В общем, стоит он где-то 1700 с копеечками, я его покупала. Очень свободно, классно, широкая резинка, карманы. В общем-то, мне кажется, это довольно-таки стильно, классно, и я в нем буду тусоваться с большим удовольствием. Вот это одна из покупок, которая пришла мне, и я безумно обрадовалась. Просто ожидания мои... Как вот были ожидания одно, такая думаю, ну, соу-соу что-то будет. Нет, пришло, и я счастлива. Дальше я заказала себе вот такую кофточку. На самом деле видела это в обзоре у одной девочки. И мне очень понравилось, я решила заказать себе вот такая кофточка. Я тоже взяла размер М-ку. Она вообще брала L-ку себе, чтобы свободно было. Но это тоже свободно, но я не хочу, чтобы сильно свободно было. Фишка здесь в чем в этой кофточке, что... Вот. Ди-ди-ди-ди-дим. Пожалуйста, пожалуйста, рисуйте, что хотите. Это очень классно. Покажу сейчас, как она на мне сидит.
А я вообще вот кайф мне было, знаете что, чтобы вот писать, вот, например, раз такая серебрушка, а я там селе напишу, вот так вот. Ну вы поняли, да? Можно вот так даже, черно-белый. Короче, игрушка, антистресс, одел, стильно, захотел серебряный квадрат, чтобы идти светиться, захотел черный, вообще особо не светишься, в общем, под черные кроссовки. Кстати, под мои черные кроссовки вообще будет идеально. У меня не кроссовки, у меня кеды. Все ссылки, кстати, на товары я оставлю внизу. Эта футболка тоже, по-моему, продается одна. Больше я аналогов не нашла, только в этом магазине где-то. И мне показалось, что цены достаточно хорошие. Кстати, качество мне кажется офигенское. Вот, ну, кажется, потому что я не знаю на самом деле, как оно будет, но оно плотное такое, знаете, вот прорезиненное немножечко. Что это у нас? Тоже непонятно. Что за ткань? Это только видно было, вот когда заказывала, но я все забыла. Честно говоря, вы можете по ссылке пройти и посмотреть точно, вот кому важен хлопок или не хлопок. Но мне кажется, это хлопок, но и он такой, вот какой-то мягкий и при этом достаточно плотный. И вот мне кажется, он не будет кашлатиться, как я вот говорю, да, вот этими катышками делаться. В общем, я довольна вот этой тоже. Вот этой вот покупкой я тоже очень довольна. Под джинсули, под кроссовлюли. Кроссовлюли мои вообще будут атас, как говорится. Дальше, естественно, я заказала, как везде уже нашумевшая везде, вот такую вот себе наволочку. Ой, это я уже что-то пыталась писать, да? Наволочка, вот, она золотая. А потом мы на ней пишем. Кстати, у меня же есть подушка. Да, вот она подушка. Сейчас я одену наволочку. Я ждала скорее вам показать, на самом деле, чтобы одеть уже наволочку, и чтобы она тусовалась, наволочка, у меня на фоне. И я что-нибудь на ней все время писала разное. Если, конечно же, я дотянулась бы. Кстати, знаете что? Она вот открывается, чтобы сразу знали, не до конца здесь. Вот раз и два. Ну, вот постолечко по бокам остается. Поэтому мягенькая подушечка должна быть неплотная, чтобы засунулась вот так вот. Давай. Ой, хорошо, что здесь плотная ткань, что не видно, что подушка у меня сиреневая. А то в некоторых видно, на самом деле, прозрачная ткань. Так, ну, смотрите, класс. Вообще. Я насмотрелась этих подушек у всех, на самом деле, и тоже захотела себе. Как она будет здесь у нас смотреться? Классно? Мне очень нравится. А если вот так? Вообще, да? О, на стиле уже, да? На самом деле, я себе заказала очень много наволочек. Вот я сейчас покажу еще одну наволочку. Но она, конечно, немножечко другого качества. Но она и подешевле. Эти подушечки подороже. Я не помню цены, потому что я заказывала вот такие подушки в разных магазинах. Там будут немного разные цвета. И заказывала еще с разными рисунками. Но мне тоже кажется, что нанесение этого рисунка разное везде. И цены разные. Вот такие губки. Вот на экране очень красиво смотрится. И кажется, что это что-то даже прилеплено, да? Но это принт на самом деле на обычной ткани. С одной стороны, здесь она какая-то мягковатая, здесь она прям такая немного какая-то атласная. И просто принт губы. Достаточно красиво, да? Давайте посмотрим ее прозрачность. У меня просто случайно оказалась здесь еще одна подушка. Сейчас мы все сюда уберем. Мне нравится, что везде змейки. Я обожаю змейки на подушках. А не так, чтобы ее там. Она вываливается обычно, особенно малой, когда бесится. Все подушки выпрыгивают из наволочек. А если такая змейка, то она хорошо сидит. Так. Ну, достаточно плотная. Я не вижу особо сиреневого. Да? Беленькая. Ну и вот такие губки, так как у меня есть бьюти-тематика, и я такая девочка, девочка, которая любит губки. Вот у нас на фоне будут губы такие. Да? Я все на самом деле хочу радовать ваши глазки, девчонки, чтобы вот так красиво вот там раз что-то было, и вы такие вот сидите со мной. В общем, хочу разных много подушек накидать, и будут у меня с надписями и со всем. Но я не дождалась уже, и скорее сделала для вас
видео. Вот такие качества мне очень нравятся. Конечно, вот у этой подушечки качество не супер, но, по-моему, она дешевле всего стоит. Но достаточно приятная на ощупь, я вам так скажу. То есть, особенно вот эта сторона обратная. То есть, на ней даже можно будет поспать, приятно будет. А это такая вот, ну, атласная. Слышите? Вот этот звук, из чего делают, мне кажется, обувь, сменку, знаете, куда кладут для детей? Вот из такого чего-то, дешевая ткань, подкладочная какая-то. Вот, а вот эта подушка очень хорошего качества, прям вообще классная. Вот эта мягкая, на самом деле, не жесткая. Я думала, жесткая будет мешать. В общем, ладно. Супер, да, зачетик. Еще я взяла себе носочки. Носочки непростые. Я очень люблю низкие носки. Только у меня два белых, а где черные? Черные носки, вы где? Вот они. Я купила себе двое белых, одни черные. Фишка этих носочков в чем? Что они с силиконовой такой, сзади с силиконовой такой штучкой, чтобы носок, пятка не снималась, когда бы в кроссовке или еще где-то. И я тоже это увидела на обзоре у одной из девочек, и мне понравилась эта идея, потому что я люблю низкие носочки, и часто бывают нужны прям низкие носочки, большие не смотрятся. Но меня бесит, что эта пятка постоянно слезает, честно. Я прям вот не ношу из-за этого. Я беру низкие, но их все равно видно, они не настолько низкие, чтобы не сползали. И я подумала, эта фишка очень классная. Единственное, я думала, что не будет оно держаться, но я вам скажу, что оно держится реально круто. Вот такие вот двое носочков, то есть вот смотрите, они совсем коротенькие, и вот с другой стороны, вот здесь, где пяточка у нас, да, то есть здесь все обычно, достаточно плотные такие носочки, и вот где пяточка, здесь вот такая вот штучка. Вот. И она действительно очень хорошо крепится на пяточки и прям не снимается. И я вот буду тусоваться вот в таких носочках. У меня две пары белых, потому что чаще я использую белые, одни взяла черные. И если уж мне прям совсем до конца понравится, я тогда себе еще возьму. И вообще носки на самом деле тоже очень сильно портятся. Вот у меня что у малыша моего проблема, что у нас быстро портятся носочки, или стираю их в машинке. Не хочу руками стирать. Кто бы что ни говорил, я просто хочу найти качественные носки, с которыми что не делай, они будут всегда классные, без кошлатов всяких, и не будут терять свой цвет и свойства. Вот, и я надеюсь, что эти носочки будут такие. Но фишка очень прикольная, что низкие и с силиконовой такой подстилочкой. Дальше, естественно, нашумевший вот такой лиф. Ну, я прям взяла, но просто с этой рекламой в Инстаграме совсем за такие деньги бешеные продают. Когда оно стоит на Алиэкспресс, я не знаю, 150-200 рублей, по-моему. И я решила проверить тоже, что вот как, насколько оно все подтягивает. Не бежевый, я взяла бежевый, потому что он ближе к телу, как бы. Мне кажется, что больше вариантов всяких с ним, нежели с черным. Здесь сзади вот такая идет силиконовая штука. Сейчас я открою. Всю ее изорвала. Здесь такая силиконовая штука, смотрите, она. Ой, она так прилипает вообще, что. Прям видите, видите, как она к моим пальцам прилипает. Не оставляет, да, никаких следов. Я почему-то думала, что если она так сильно прилипает, то она будет оставлять какие-то следы. Вот это вот место сделано для сосков. Но я вам так скажу, что если вы хотите сильно прям затянуть и сделать вот так вот свою грудь, да, то бывает в соски эти дырочки не попадают. Но ничего страшного, потому что раньше, в принципе, вот такие вот штучки, и у меня они есть, другие, да, они вообще без вот этих вот были. Поэтому это ничего страшного, если на сосок попадает вот этот клей. Сейчас я одену его и покажу вам вообще, как он смотрится. Ну, вот этой посылкой я довольна, и недорого, и, в принципе, бывают платья и кофты, под которые действительно нужно только такое, и ничего с бретельками, поэтому я довольна. Еще мне пришел вот такой вот диван! Сколько, блин, я на него смотрела. Опять же, Инстаграм и все такое, думаю, да ладно, диван, который не нужно надувать, который вот такой компактный, его куда-то положил, и все, естественно, я выбрала розовый. Я покажу, конечно, как он делается и все такое, но он действительно очень удобный. Во-первых, он маленький. Посмотрите, он маленький. Вот моя рука, да? Вот, он даже кисть убираем, да? Вот он, маленький. Здесь вот такая вот, оп, взял,
пошел. То есть, а функций у него на самом деле очень много. Ну, в плане того, что его реально можно надуть, его, на нем можно, мне кажется, поспать. Он огромный, для 2-метрового человека может быть. Можно на нем поспать, можно, я не знаю, посидеть, как на диване там. В общем, он сделан достаточно просто. Здесь такая штука, она отстегивается. Давай отстегивайся. Вот. И, в принципе, вот такие две фигнюшки. Сюда заливается воздух, да? И сюда заливается воздух. Заливается прям воздух, да. И после того, как мы все это залили, оно, видите, раз-раз плотненько. И просто мы крутим эту штуку, пока она, пока плотность не будет та, которая нам нужна. И достаточно быстро он складывается и просто, опять же, вот мы закрутили, да, все. В общем, я покажу, как это выглядит все. И я считаю, что такая штука должна быть у каждого, кто любит вообще, знаете, опять же, сложил вот так раз, защелкнул. И все, он снова маленький, компактненький и засовывается в чехольчик. И в дождь, и мыть его можно, то есть вообще, мне кажется, это такое ноу-хау придумали. Конечно, мне кажется, уже у всех, наверное, это есть, я такой поздний человек, то есть я сначала подумаю, надо, не надо, и, в общем, когда уже у всех есть эта прикольная штука, я только заказываю. А потом еще оно идет с Алиэкспресс какое-то время, хотя мне пришла эта, по-моему, вот эта штука пришла быстрее всех, да, когда я сделала заказ, потом пришел костюм. Ну и потихоньку все остальное. Еще я заказала для малого такую интересную штучку. В общем, когда идет вода, вот эта насадочка для краника, она светится разными цветами. Красными, синими, зелеными, желтый, по-моему, там. В общем, очень классно. Я даже покажу, я могу дунуть. И мне кажется, что малому будет очень классно. В общем, все, на сегодняшний день с Алиэкспресс мы это закончим. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Готовлю для вас мои покупочки, кроссовочки обязательно покажу. Примерю все, малому там кое-что купила. В общем, все, прощаюсь с вами до следующего видео. Люблю вас, пока-пока. Все ссылочки внизу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто в первый раз. Впереди много интересного.